Непроходимые дебри. Таким вспоминает парковую зону Дома культуры Анастасия Ярачевская. В селе Вилина Бахчисарайского района девушка живет более 5 лет. Уверяет, в таком состоянии находились почти все парки. Но, наконец, все кардинально изменилось. В последние годы поселок стали активно облагораживать. Очень рада, что Вилина облагораживается. Это уже второй парк у нас в окрестностях. Очень красиво, очень уютно, есть где погулять. Сейчас десятки рабочих устанавливают опалубку для бетонирования тротуаров. Работы ведутся по программе «Комфортная городская среда». Подрядчик демонтировал старые лавочки и урны, установил большую часть новой плитки, смонтировал систему уличного освещения. Мы устанавливаем сейчас опалубку для заливки бетона. Вот мы сейчас делаем черновые работы, а потом такая красота будет. Приедьте, снимите. Установка тротуарной плитки – процесс сложный и трудоемкий. Правильная укладка гарантирует длительный срок эксплуатации. Важен каждый миллиметр, поэтому в непогоду работы вынужденно приостанавливают. Сделали капитальный ремонт фонтана. Он будет обложен мозаичной плиткой и установлено оборудование. Небольшое, но красивое. Территорию парка украсит и новый арт-объект. Достопримечательностью парка и в целом всего города станет ротонда. Ее выполняют в классических формах в виде круга с колоннами. Весь объект будет хорошо освещен фонарями в стиле хай-тек. К реставрации приступили в августе, а работу уже должны завершить в этом месяце. Стоимость проекта более 15 миллионов рублей. Из них 5,5 выделены на благоустройство придомовых территорий и 10 на общественные. Основные работы – это благоустройство плоскостных сооружений, всех дорожек, плиток, идет капитальный ремонт сцены, летней сцены, на которой будет возможность у детей в летнее время выступать, показывать нам приятные номера. Вскоре введут в эксплуатацию еще 2 новые детские площадки. Проект «Комфортная городская среда» не оставил без внимания и придомовые территории. Их обустраивают так, чтобы провести время с удовольствием могли жители всех возрастов. Для малышей – игровые городки, для взрослых – теневые завесы и спортивные площадки. Сейчас лоск наводят во дворах многоквартирных домов. Надежда Исаева, Виталий Голубев, телеканал «Милет», Бахчисарайский район.